Вот, я не могу по нему попасть, блин, я нервничать начинаю. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, Покемончик, и мой сын Ярик, как всегда, отлично настроение. Ребята, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Ну и давайте вы идете прятаться, а я буду вас искать. Все. А ты кем будешь играть? Я буду Балорой. Балорой? Да. Ребята, если вы кушаете, пьете чай, приятного аппетита. И вообще запасайтесь, сегодня у нас будет угарная серия. Сегодня будем поднимать настроение не только себе, но и вам. И скорее всего не только нам, но и вам. Скажите, когда запрячетесь. А если, Димас, ты нас найдешь, можно еще убегать от тебя? Да, да, давайте, чтобы было поугарней. Сначала надо найти, а потом еще и это догнать нас. О, у меня ТП есть. Ну давайте без ТП. ТП это вообще сильно жестко, чересчур. У меня у него такая юбочка, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Скажите, когда заныкаетесь. 100 лет это слово не использовал, заныкаться. Это, я, короче, сделаю подсказку свет. Мне не надо подсказки, я вас найду. Сейчас я туда подожди. Ого, я быстро ТП-хаюсь. Я тут сделал себе мини-фонарик. Ну можно за один раз всю карту ТП-хнуться? Ну, давайте, ребята, проверим. Ого, я вообще дерзкий. Дерзкий балерун. Ну что, запрятались? А, я могу на shift. Так, все, я спрятался. Ярик, ты запрятался? Давным-давно я тут бегаю. Все, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Блин, сильно здоровый. Кабан. Давай ты без этого, без невидимки будешь нас. Я не буду невидимку использовать. Хорошо. Ладно, шучу. Давайте невидимку не использовать и ТП. Ты такую музычку еще издаешь классно. Вы меня слышите издалека или на всей карте слышно? По всей карте слышно. Понял. Я не слышу. Не, такая колокольчики издает. Здесь. Ой. Здесь нету. Ярик, я иду на крышу сейчас. И жди ой, меня. С этого пака берем рожи. Меня обнаружили. Бегите. А где тебя? Я тебя не вижу. Фух, я еле от тебя убежал. Так я тебя не увидел. Да? Я тебя не увидел. Я не знаю, почему я не увидел тебя. Да. На улицу убежал? Я тебя заметил и убежал. Нет. Это здоровый кабан. Так, место охранника. Так, идемте на крышу. Раз Ярик у нас на крыше, мы идем на крышу. Ой, я Балору, наверное, больше не буду брать. Она очень неудобная такая в управлении. А я Ярика не вижу. Ярик, ты меня обманул. Тебя здесь нет. Ищи на крыше, хорошо. А! Все, Ярик умер. Все, Ярик, давай ты тоже аниматроником вставай, я тебе в костюм засунул. Будем вместе Димона искать. Так. Хорошо, сейчас не помню. Выбирайся аниматроника, какого хочешь. Ты по мне, Ярик, даже... Не, попал, чуть-чуть попал. Забрал у меня хпшечки. Димон, подсказочку, ты внутри помещения? Да-да-да, я внутри. Внутри. Ярик, ты где? Давай вместе его искать. Я тут с крыши спускаюсь. Спускайся. О, вот. Ярик, как твоего аниматроника зовут? Фантом Фредди? О, меня обнаружили! Не надо, я нашел его. Я его держу, не выпускаю. Лови, лови, лови. Не ешьте меня, я что, Ярик убил? Я не хотел. Блин, я не вижу... Лови, Димон. Да я не вижу просто, у меня это Балора своей юбкой здоровенная, я ничего не вижу. Так, мы же поменять не... Не, ну уже взял, давайте будем Балора доигрывать. Ну она неудобная, сразу говорю, ребята, Балору не берите. Ух, я перепрятался, еле-еле. Я уж думал все. Димончик у нас самый хитрый, да, оказывается? Сейчас мы тебя найдем. Так. Внимательно смотрим. А, то Ярик. Ярик у нас побежал. Да не, я не могу за нее играть, она очень неудобна. Давайте его ее возьмем, Бэйби. Бэйби, Бэйби. А че я не хожу? А Бэйби не ходит, да, что ли? Она нет, сидит? Нет, есть в другом паке есть этот циркус Бэйби, она ходит. Все, я нашел. Ой, она вообще кабаниха здоровая. Она просто здоровая какая-то, я за ней ничего не вижу.
А нельзя первое лицо у нее делать? Не, никак. Нет, никак. Видите, как она великанша, ребята? Ну просто здоровая какая-то. Великанша Бэйби. Ты где-то здесь, да? Я просто тебя не вижу, из-за того, что она здоровая и закрывает на пол экрана. Нет. Да. Чё он смеётся так? Спасайтесь! Спасайтесь! А, я не могу перепрыгнуть. Меня Ярик нашел. Ярик нашел меня. Ну давай теперь нас будет Ярик один искать, а мы с Димоном прячемся, а потом Димончик нас будет искать. Давай. Да. Все, мы побежали. Ребята, теперь мы прячемся, посмотрим, сколько же Ярику понадобится время, чтобы нас найти. Вообще, самый имба, мне кажется, ребята, это марионетка, потому что она очень быстрая, тонкая, везде может пройти, везде может проскочить. Короче, везде все может. Нет. Все, я запрятался. Я уже вышел на охоту. Как вы думаете, ребята, долго он здесь будет меня искать? Нычка как бы не сильно сложная. Сразу пробьем себе окна, чтобы я мог выбежать, если что. Так. Я могу в щелочку наблюдать, когда он зайдет сюда. Ну, тоже есть такой небольшой минус. Аниматроники на большом, на любом расстоянии могут убить. Это, конечно, ну, мне кажется, даже как бы недоделка. Не должно так быть, что я могу там через 20 метров нажать прицелом просто по персонажу, и он умирает. Кстати, ближе бы сделали расстояние. Может, еще и пофиксят. Ярусенька, ты где? Не скажу. Я здесь, кстати, баррикаду уже настроил, Димон. Димон, я придумал, мы потом бой можем какой устроить. Ребята, вы видели? Мы можем потом бой устроить. Блин, тихо. Я манал, я хочу жить. Выпрыгивай! Димка, убегай! А-ля-ля-ля-ля, я убегаю от Ярика. Ха-ха-ха, меня не поймает. Вот он здесь. Я поубегаю от Ярика. Ярик. Ха-ха-ха, не поймает меня никогда. Я убегаю. Опа. Есть, он меня здесь не найдет. Никогда. Фух, ребята, это было, так знаете, на краешке волоска. Димон, я придумал уже бойню, какую можно устроить. Чужой против Джейсона. Как тебе? Да, пойдет будет, такие именно два морфа. Чужой, он очень быстро уворачивается. Джейсон даже по нему не попадет. Да. Ну и Джейсона и маленький дамаг, 25. Тогда можно устроить чужой против чужого. Кстати, да. Кто победит, чужой или чужой? А можно потом взять, можем троих чужих и повалиться на крыше. Да, ребята, кстати, мы так и сделаем. Сейчас еще нас Димончик потом поищет. Мы пойдем на крышу, повалимся, устроим бои без правил. Я вам уже здесь ловушку устроил, кстати. А Ярик меня не нашел еще. Я еще здесь сижу. Он даже мимо меня пробежал и не увидел, что я здесь на улице сижу. Ну давай Ярику немножко поддадимся. Все-таки мы 7 лет, а тому уже такие более прохаваны с той пацаны. Сколько мы уже серии с тобой записали. Я даже не передвигаюсь, я на одном месте сижу. Да, я буду искать, я буду Ярика дразнить. Опа! Вон Ярик, видели, ребята? А Ярик бегает, ищет меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Класс! Эй, дверь, открывайся. Давайте еще раз посмотрим. Ярик, я здесь. Привет. Убегаем. Ярик нас... Не догонит! Ярик, мы без ТП договорились. А ты ТП-хаешься. Потом опять будут писать в комментариях, что твой сын очень хитрый. Не надо, все по-честному. Я не ТП-хаюсь, я просто очень быстро бегаю. Прощайте. Бедный диппер, его убили. Смотрите на его лицо. Хотел сказать, он грустный, но он веселый. Он даже в таком состоянии сюда веселится, ведь его засунули в аниматроников. Папа, бери аниматроника любого. Сейчас я беру. О, тут есть этого. А чё Ирорка? Было бы прикольно, кстати, с этого пака себе взять какого-то перса. Меня нашел Ярик. Опять нашел Ярик тебя? А где он? Я тут ловушку. Знаешь, где вот эта лестница на крышу здания? Да, я бегу. Ой, а Чика вообще не бегает, как инвалидка какая-то. Вот я не помню уже, куда на крышу. Вроде сюда. А посмотри, вот эта дверь, и там Димон. Давай, выходи. Захожу. Да ну ты меня так убил. Честно.
Как нечестно? По правилам все, по правилам морфов. Ага, по правилам, сквозь сетку убивать, не по правилам. Я тебе крикнул так, что ты от крика умер. Все, ребята, теперь нас ищет Димончик. Димончик же у нас самый умный, насколько. Все, давай, бери себе любимого аниматроника, а мы будем с Яриком прятаться. Папа, давай на крышу беги. Не, зачем? Тут на крыше, на крыше хорошая мичка. А я запрятался, все уже, Ярик. Все, я запрятался, Димон. Ярик, ты запрятался? Ну, я тоже запрятался. Ну все, ищи нас, Димончик. Все. Хорошо. Интересно, долго у меня здесь будет? Твою мать! Ты еще дверь сожрал! Ну так нечестно, ты должен был... А я отвернулся, смотрю, дверь пропала. Поймал? Ярика поймал? Да. Ну все, ребята. Все, Димончик, ты сама... Видите, ребята, что значит, как правильно сказать, опыт? Как и договаривались у нас, три чужих, три бойца. Как говорится, ММА среди чужих. Давайте. Раз, два, три. Кто выиграет, тот лучше. Поехали. А, так он с первого раза умирает. Тюбля, я думал, так это драка будет. Ладно, я слился, не спорю. Я не ожидал, что ты меня так быстро убьешь. Давайте я буду в воздухе, чтобы не мешать. Давайте из Майнкрафта каких-нибудь возьмем. А вы что, уже тоже умерли? Давайте из Майнкрафта. Нет, я убил Ярика. А, ты убил Ярика. Давайте тогда, чтобы было дольше, давайте возьмем трех Джейсонов. Ребята, среди чужих Димон нас одолел. Типа мы взяли трех Джейсонов. Это будет намного дольше, потому что чужие очень быстро сливаются. То есть один раз нажал, и все, анимация сработала, ты умер. Ну а теперь мы у нас, получается, 5000 хп. А ну, Димон, один раз саблей мне вольни, сколько жизни у меня заберется? 25. Ой, это долговато будет? Ну будет прикольно. Ну что, раз, два, три. Поехали. Поехали. Ла-ла-ла-ла-ла. Ой, он такой медленный. Рубим, рубим. Ой, я так не знал, что это Рубиво будет вот так происходить. Мы встанем, будем друг друга просто саблями гасить. Эй, аккуратно, ты чё? Ты чё мне хотел... А, они меня с двух сторон зажали, так нечестно! Вы чё, сговорились, а что ли? Давай в банде работать, Димон, давай в банде работать. Нет, какая банда? У меня уже 10-й части жизни нету, даже больше. Вы мне когда попадаете, мне сразу 50 хп тратится. На тебе. А, ты хочешь со спины подойти, да? О, попал неплохо. Попал, попал, попал. Ах, ты какой! Я уклоняюсь, а потом наношу удар. Да иди ты. Ах ты, блин. Я здесь, я здесь. Ярик, а ты что туда залез? Идем к Ярику, идем к Ярику. Деритесь там, а я буду смотреть, как вы деретесь. Я буду... Теперь я в банде против вас. А, Ярик на ноги. Так. Яруська, иди ко мне. Ты чё такой? Добрый, что ли, стал, да? Ярик, давай объединимся, будем Димона валить. Ярик. Давай, папа и сын. Давай, валим. Сам за себя. Давай, нет, какой я сам за себя? А, я сейчас... Давай, вали его. От, я не могу по нему попасть, блин, я нервничать начинаю. Да что ты бьешь со спины, так не... Ну, смотри, что он делает. Обходит меня и бьет меня со спины. Да ну хватит. Он бьет, смотри, папа, он бьет, и надо его в этот момент поймать. А, я могу на месте стоять крутиться, все, я понял. Что, думаешь, хитрый, да? Да, я теперь тоже буду. Давай, Ярик, стой на месте. Вот так, давай встанем рядышком друг к другу. Вот так, стой, Ярик, на месте. Он будет под... Ты сзади меня, броня, а я спереди. Ах, ты хитрый, он на правую кнопку мыши решил, да, нажать? А мы его так увидим. Кстати, я его... Вот он. Сзади тебя, Ярик. А, Ярик, ты меня ударил. Димон, ты специально так делаешь, чтобы мы друг друга бились, Ярик? Так нечестно. Это какая чистота? Какая может быть чистота? Каждый сам за себя. Где вы еще, ребята, увидите, три Джейсона хотят убить друг друга? Так, все, я не буду бегать, потому что сбой затянется на 40 минут. Ну, у меня уже, кстати, ребята, давай, сколько? Третья часть жизни нету. Давай вместе. Вот вы нормальные, берете меня вдвоем, бьете. Димон, ты самый хитрый, да, думаешь? О, я понял, как я его буду атаковать. Смотрите, он подходит. Ярик, я папка твой, ты что делаешь? Так, у Димона уже 4000. Давай. Папа, ты меня бьешь, Ярик, какой папа? Давай. Димон впереди стоит, а ты меня бьешь.
Ярик берет и меня бьет. Ну смотрите, что делает. Сын называется. Ты же сынок мой. Ладно, ладно, ладно. Ай, папа, давай, 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 давай. Валим Димона. Ай, у тебя случайно. У нас уже 2000 нет. Ну, не дерись. У тебя дай. Короче, я пошел. Плохо нет такого аниматроника, чтобы не все жизни забирал, а часть жизни отнимал. Было бы прикольно. Так бы это можно было бои устроить. Я понимаю, видите, они меня вдвоем бьют. Ну ладно, давайте хоть у Димона немножко отнимем. Потом Димон, не бей меня, давай папу бить. Короче, Димас, ты меня бьешь, я Ярика бью, а Ярик тебя бьет. Блин, это ребята классно, это весело. Взяли сейчас и подписались на мой канал, если вы хотите хорошее настроение. И вообще, подписывайтесь, ребята. У нас тут весело всегда, у нас ролики веселые, позитивные. Много смотрят. Да и вообще, хотя бы не подписывайтесь, а поставьте лайк. Нет. И подписывайтесь, и ставьте лайки. Все накучено. У нас будет мотивация делать веселенькие ролики. Чем я вижу больше подписчиков, им хочется делать веселее ролики. Хитрый, да? Думаешь, сзади подойдешь? Да я твои мысли читаю. Ну что, ты готов проиграть, а? Иди сюда, иди сюда. Я уже знаю. Если ты исчезаешь, значит сзади надо со спины. Давай, Диман, бей папу, папу. Давай, давай, сейчас, Ярик, я сейчас тебя буду мочить. Я тебя буду да сейчас... не меня, Диман, папу. Три Джейсона? Ты чего? Может быть, как-то с подписчиками побольше душ собрать. Представь, как Димон устроить с подписчиками где-то 10 Джейсонов. Вот это можно будет поубирать, вообще будет весело. Блин, не могу поймать. Димон, бей папу, не меня. Я сейчас умру. А, на тебе, Димончик. А, хитрый, да? Да, Димон, не меня, бей. Я не могу попасть, у тебя уже мышка не драться. Димон, бей папу, не меня. Да. Ребята, прощайте, я был хорошим Джейсоном, убегаем. Убегаем, у меня мало жизни осталось. Они меня не догонят. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я убегаю. Не поймайте меня. Джейсон, Джейсон, залазь. Иди отсюда. Я буду убегать. Давай, Димон, лови его. Не надо мне ловить, Ярик. Ну ты же должен за меня быть. О, интересно, можно сюда выпрыгнуть? Нет, я не могу выпрыгнуть. Я могу. Ля-ля, я убегаю, я не хочу с вами дружить. Ребята, помогите кто-нибудь. Хоть кто-нибудь помогите. Называем копов. Машину, машину, нет. У меня жизни осталось, не знаю, вы мне должны ударить 10 раз, не, больше. А нет, да, ровно 10 раз, 25, 250 жизней было. Нет, я ухожу. Я только так могу спастись. Только так. Ты сказал не нажимать правой кнопкой мышки. Ну, у меня при смерти уж. Ладно, я стою видимо. Опа. О, давай, ко мне сюда. На тебе. Я умер. Смотрите, как он разлегся, как будто он на пляжу лежит. Ля-ля-ля-ля, я отдыхаю. Давайте теперь вы, ребята. Кто из вас сильнее? Ой, я вас ну, конечно же, я. Смотрите, у них осталось жизни по одному удару. То есть один удар наносится, и кто-то из них умирает. Давайте, кто же из вас сильнее? Один удар, один... Ярик, я в тебя верю, ты мой сын. Давай. Ты должен выиграть. Давай, давай, мочи его, Ярик. Давай, 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 давай. Ну-ну-ну-ну-ну. Он тебе поддавался, да, Ярик? Ты же ему поддавался? Да, я ему поддавался. Ну вот, и все сошлось. Эй, друзья, ну что ж, если вам эта серия подняла настроение, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. У нас всем отличного настроения и всем пока!